Я знаю, что в Чечне происходило там первое, второе, блин, ну, блин. Но что здесь, это такого даже в Чечне, блин, не было. Ну, ебашу мать. Ты такой, блин. Ну, просто кинули вас и все, блин. И нахуй никому не нужны. Так, все, давай, ну. Нет, только душу себе не рвите, блин. У всех сдают нервы уже два месяца. Да я грусть, понимаешь, я говорю, нисколько за себя, за себя не обидно, блин, за свой взвод обидно. У меня уже 3 300. Что у тебя? У меня 3 300. Я больше, я, блин, я держусь из последних сил, как и все, ну, блин. Все, я тебя услышал. Такое издевательство, просто, блин, сидишь вместе. Херачат минометы, польки, блин, артиллерия. Это хохлядская долбанная, блин, ответки. Ответки от наших, не наши пристреливаются, блин, извини, пусть правда уж ведь наши, наши живые, просто убивают, блин. То есть никакой контрбатарейной борьбы у вас там нет ничего, я так понял. Это что за нахуй? Если понимаешь, тупо даже, блин, связь такая, блин, связи практически нет ни с каким-либо ротой, блин. Нет этой нормальной договоренности, блин, чтобы координаты какие-то прислать, ну, блин. Это полный шаг просто, блин. Ты пропадаешь. Все, давай, сын, давай, держитесь, он, не раскисайте. Я все, что смогу, я сделаю отсюда. Мы просто уже, понимаешь, мы просто уже, блин, ты настолько замахала. Ребят, которые, блин, без подготовки, безо всякой, я понимаю, в Чечне это было, но, блин, мать ваша, вы столько мобилизовали людей, ну неужели нельзя было подготовить? Столько, блин, спецов сидит в Воронеже, в Питере, в Москве, блин, больше, мать вашу, 100 000, блин. Они все боятся сюда идти, боятся, блин. Мы тут сидим неподготовленные, блин, ну мы уже, конечно, за это время хоть что-то дознаем, блин, ну мы сидим, не вылазя, мать вашу, блин. Да пи***ь просто. Такие ребята, блин, просто вот молодые, блин, любого возраста, ну твою мать.